Привет, меня зовут Катя Лейт, и я делаю игрушки из искусственного меха, реалистичные игрушки. У этой собаки можно открывать и закрывать пасть, а язычок у нее силиконовый. Его можно вытащить, а можно засунуть обратно. В этом ее прелесть. Игрушки подвижные, голову можно поворачивать, можно наклонять в разные стороны, внутри пластиковый скелет. Ушки, кстати говоря, тоже можно загибать и ставить их по-разному, лишь бы было весело играть. Лапки сгибаются в суставах, и передние лапки, и задние лапки. Игрушку можно поставить, посадить, положить. И еще у нее силиконовые подушечки на лапках и коготки. Внутри синтепон, внутри холофайбер. Тонирована она аэрографом, акриловыми красками на водной основе. Еще раз повторюсь, это искусственный мех. Подписывайтесь на мой канал, буду делать еще больше красивых игрушек.